Дорогие подписчики и гости канала «Кулинарные истории», здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться рецептом ландориков. Давно это было, угостила меня подруга этим нехитрым блюдом. Мне понравились ландорики. Я взяла у нее рецепт, и вот уже не одно десятилетие готовлю ландорики. Фарш. Печень говяжью мы перекрутили на мясорубке. Добавляем готовый куриный фарш. Далее высыпаем зеленый лук. Так, зеленый лук. Яйца. Зелень. Хорошо перемешали. Затем нам нужно вот эти крошки, которые мы заранее приготовили, крошки хлеба, немножко полить молоком. Вот так мы это сделаем. Польем молоком чуть-чуть. И высыпаем все содержимое. И теперь нам нужно хорошо все помешать. Мы добавляем соль, перец, мускатный орех и сухой чеснок. Теперь все нужно хорошо перемешать. Все хорошо перемешали. Вот такой консистенции у нас получился фарш для ландориков. Теперь ставим сковородку, начинаем жарить ландорики на раскаленную сковородку. Мы вот так вот формируем ландорики наши и обжариваем с двух сторон. Сторона поджарилась, поворачиваем на другую сторону. Сторона тоже поджарилась. Вот, посмотрите, обе стороны хорошо поджарились. И мы убираем ландорики. Вот, друзья, какие ландорики внутри получились. Они хорошо прожарились. Там видны крошки хлеба. Так и должно быть. Посмотрите. Вот. Готовые ландорики. Все, друзья. Ландорики готовы. Подавать к столу их можно с картофелем, овощами, зеленью. Готовьте по такому рецепту ландорики. Вам обязательно понравится. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Спасибо вам за просмотры, лайки. Будьте здоровы. Пока-пока.